отлично. Итак, я приветствую всех вас сегодня, кто пришел и дошел на нашу страницу. Сегодняшняя тема будет посвящена концу, некоторому завершению каких-то дел. И любой конец – это всегда начало. Это основная тема сегодняшнего дня. Мы всегда делаем в начале нашего занятия, в начале нашей встречи медитацию. Я немножко, скажем так, изменю программу. Вы привыкайте. Я всегда меняю что-нибудь и дополняю что-то новое, потому что изменения вносят всегда интересные моменты в жизнь. Итак, я прошу вас, кто сейчас пришел и слышит меня, пожалуйста, взять листочек, взять какую-то бумагу, ручку или карандаш и записать следующие вещи. Пожалуйста, запишите три дела или три ситуации, которые вы хотите закончить, которые вы осознанно понимаете, что этому пришел конец, и вы никак не можете это отпустить от себя. Итак, я даю вам время. Пожалуйста, выпишите это на листочек, сделайте это для себя. Вы можете мысленно спросить себя, какие дела я хочу завершить и отпустить из своей жизни. Итак, я даю вам некоторое время. Если кто-то хочет, у нас здесь под плеером есть комментарий, так называемый. Пожалуйста, можете написать о том, что вы хотите завершить у меня на странице. Также здесь вы можете писать ваши пожелания, вы можете писать ваши вопросы и вопросы к занятию.